Работа звукорежиссера предусматривает запись, например, различных коллективов. Мне всегда очень нравилась вот эта работа, потому что приходили к нам совершенно разные исполнители, и солисты, и ансамбли, и оркестры. Вот это мне было очень интересно. Мне очень интересно работать над программами, такими творческими, где художественными, точнее, где можно проявить вот такую творческую выдумку, красиво разукрасить музыкой программу, чтобы она интересно слушалась. Я работу свою не просто люблю, я ее обожаю. И очень рада, что за мою любимую работу на моем любимом радио я достойна высокой награды Ульяновской области.